хорошее предложение. Здесь цветной баннер, здесь информация, указатели кабинета, здесь афиши. Подмечать малейшие нюансы комиссия начала уже с главного входа. На то он и парадный, как шутят дизайнеры. Ну а далее проверка плавно перетекла в кабинеты и актовые залы. У нас будет актовый зал, у нас будет хореографический зал, зал проведения различных конференций, совещаний, залы для, даже кабинеты, я бы сказала, для воскресных школ. Это будут кабинеты, которыми пользоваться будут все общества, поэтому они должны быть оформлены так, чтобы никому не было обидно. За эталон для всех представительств взят уже укомплектованный кабинет «Кряшин». Литература, народные костюмы и редкие экспонаты. Интересно здесь будет каждому. Много возможностей открывается и для будущих хозяев кабинета. Это сейчас здесь совсем пусто, но уже совсем скоро в этом кабинете начнут собираться кряшины, общаться или же играть народные произведения на этих самых экспонатах. Я, к сожалению, их не знаю, но что-нибудь исполнить попробую. Берем инструмент. Как-то так. А это будущий актовый зал. Совсем скоро его будет не узнать. Заменят здесь многое, начиная от кресел, заканчивая сценой. По мнению дизайнеров, она должна быть универсальной. Каждому обществу свое оформление. Мы ожидаем, что это не будут офисные сухие помещения. Все равно это вот должно быть уютным домом, куда приходит. Вот он как к себе домой, как к своим родственникам. Он, каждый приходящий должен прийти в это учреждение. Мы ожидаем от этого дома прежде всего теплоты, домашней, душевной. Станет ли новое здание уютным домом, покажет время. Его открытие запланировано на конец августа или же на начало сентября. Александр Акишин, Евгений Лызаев, новости НТР.